Салам алейкум, братанчики! Многие подписчики задают мне вопрос, каким же образом скачать онлайн РП на свой телефон, либо же планшет, и в этом ролике я решил ответить на этот вопрос. Сейчас вам нужно просто перейти в описание данного видоса. Тут у нас имеется надпись «Скачать GTA на телефон», и мы переходим по ссылочке. Ну и у вас ожидается скачивание онлайн РП. Если вдруг у вас вот так вот висит загрузка и ничего не скачивается, то вы просто переходите в любой удобный браузер для вас. У меня именно это Chrome. В поисковике нам нужно ввести онлайн РП, найти его. Ну и как вы видите, первый сайт — это у нас онлайн РП. Переходим на него. У нас обрабатывается запрос. Ну а после открывается официальный сайт онлайн РП. Мы нажимаем на кнопочку «Скачать АПК файл». Ну и как вы видите, он у нас моментально скачивается. Нажимаем на кнопку «Открыть». У нас происходит вот такое вот сканирование. Далее мы устанавливаем все это. Ну и как вы видите, игра у нас успешно скачана. Что нужно делать дальше? Мы нажимаем на кнопочку Open. У нас открывается лаунчер для старта загрузки файла. Подтвердите загрузку. Нажимаем на загрузить. Ну и теперь у нас устанавливается кэш нашей игры. Так, ну все, у нас происходит распаковка кэша. Ну и все, отлично. Наша игра успешно установилась. Теперь нам нужно перейти в настройки лаунчера. Тут все принять. Изначально вам нужно будет придумать никнейм своему персонажу. А именно это имя, нижнее подчеркивание и фамилия. В моем случае это Эдвард Боров. После этого мы переходим во вкладочку «Прочее». Тут у нас имеется абсолютно все настройки лаунчера. Тут вы обязательно ставите улучшенные текстуры и разрешения. Ну и как вы видите, также тут имеется дофигища различных настроек, которые вы можете настроить лично под себя. Теперь мы нажимаем на кнопочку «Играть». Нам нужно выбрать один из пяти серверов. В моем случае это 4-й сервер Гавайи. Нажимаем на кнопочку «Играть». И у нас вот таким вот образом запускается наш лаунчер. Проверяются различные файлы игры. Ну и после этого нас закидывает на наш сервачок. Тут вам нужно будет пройти наилегчайшую регистрацию. Думаю, и без моей помощи вы справитесь. Ну и после того, как вы зайдете на сервер, вам сразу высветятся вот такие вот ежедневные награды. Декрафт на сервере 3 часа, вы сможете с легкостью их получить. Также, пробежав немного по спавну, вы найдете Гарри, который выдает вам начальные квесты. И за эти квесты вы получаете бабки и также опыт. Чтобы вы понимали, опыт — это очень важная тема, потому что благодаря нему формируется уровень вашего персонажа, а благодаря уровню персонажа вы сможете работать на каких-то прибыльных работах. Вообще, как вы только зашли, я вам сразу советую ввести команду /mn. Тут перейти в 11 пункт промокод, ну и ввести сюда промокод хэштег Bestic. Ну и чтобы вы понимали, ведя этот промокод, вы получите 120 тысяч баксов, ну а также спортивную тачку Nissan GT-R абсолютно бесплатно. Ребят, есть одно условие. Вам нужно достигнуть 3-го уровня вашего персонажа. Это очень просто сделать, пройдя начальные квесты.